его. Поехали, Филатовна. Кого? Филатова. Так я уже, она уже выходила уже. Ну, еще раз расскажи. Много в жизни есть болезней. Их не стоит забывать. Против них одно полезно. Надо чаще выпивать. Без разбора, без запрета, будь то водка или вино, выпивать и то, и это нам на пользу всем дано. Коль с тобой случится лихо, заболит хотя бы живот, пол-литровку облепихи выпей, мигом все пройдет. Алекзема, альтрахома, алиболин ты цингой, выпей литру в два приема, снимет прямо как рукой. В нашей мирной обстановке пить полезно все подряд, будь то ром, коньяк, зубровка или спирт динатурат. Но не против я больницы, и такой совет я дам. Прежде чем идти лечиться, пропусти хоть 200 грамм, а потом еще немного, грамм 400 пока. До больницы, чтоб дорогу не найти наверняка. Ну а дальше сам узнаешь, дальше самому видней. Деньги есть, еще добавишь, денег нет, тогда не пей. А выпьешь, сердце вдруг забьется, станешь весел хоть куда. Хмель по жилам разольется, как весенняя вода. И без всякого сомнения станешь смел, умен, велик. Все, что было под сомнением, станет ясно тебе миг. Что неправильно подскажешь, что ушло назад вернешь, что невысказанно скажешь, что не спел, теперь споешь. Недостатки все подметишь, по душам поговоришь, на любой вопрос ответишь, все задачи разрешишь. И болезнь мелькнула птицей, и тебя не убедить. Ты кричишь: долой больницы, их давно пора забыть. Да, людей я очень много повстречал, скажу, друзья. Только пьяного больного никогда не видел я. Здесь я честно, без лукавства, открываю вам секрет. Лучше водочки лекарств на земле пока что нет. Молодец.